Совокупная задолженность за тепловую энергию в России в январе текущего года выросла почти на 29 миллиардов рублей. В ассоциации пояснили, что несмотря на более значительное снижение уровня оплаты и накопление неоплаченной задолженности по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, динамика дебиторской задолженности в целом соответствует тренду сезонного характера. Больше новостей на сайте.